Послание апостола Павла к Римлянам. 8 глава, 5-8 стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Бога угодить не могут. Вот это послание получила в то время господствующая Римская Церковь. Это мы говорим послание. А тогда друг другу передавали вещь. Слышали? От Павла письмо пришло. А что он пишет? Не знаю. На богослужении буду читать его. Вот так постепенно вводилось то, что сейчас апостольское чтение, евангельское. В церкви это так вот, как сейчас, не было. Это постепенно, с годами устанавливалось. Люди вещь передавали. Павел говорит, мне сделалось известно от домашних хлоями. Пришли люди, они не на исповедь приходили. А просто беседовали, Павел говорит, продлил беседу за полночь. Видите, какая была простая обстановка. В какой епархии епископ приедет и за полночь будет беседовать где-то на Дону? Даже мы даже не поверим в это, если даже и скажут где-то. Я все дела оставлю и поеду, чтобы с этим епископом встретиться. Я приеду, там сектант какой-нибудь. Я уже заранее знаю, какой результат это будет. Сектант, да. Он приедет, будет рассказывать, как сидел за Слово Божие. Его везде вызывают. Видите, как далеко ушло все это, на плотское стало. По-плотски рассуждать, Павел говорит, крайне опасно. Плотской человек, он видит по плоти, у него есть два глаза, он видит. Я разговариваю с человеком, учится в институте, коммунист. Я говорю, видишь, какая прекрасная природа. А о чем сейчас думаешь? Узнать его. Березы хорошие. Я говорю, а дальше что? На зиму дрова. Все, на этом кончится. Пока кто не видит, скорее спилить. Прятать, утащить и все. Я говорю, а тебе не интересно, что я думаю сейчас? А я говорю, смотри, как они все вместе, как будто стая девушек каких-то распустились. Какая красота, и как это Бог сделал, и сколько заложено всего в этом. Даже не трогая дерево. Дерево имеет свою жизнь, начиная рассказывать о том, как было в Ветхом Завете каждому дереву. Интересно очень. Духовный должен смотреть за грань видимого. Это духовные вещи. Плотские люди, они видят только то, что под руками, под носом. Ну и под носом-то они не могут объяснить. Одного атеиста спросили, ты все знаешь на небе, скажи, мужчины усы растут, у женщин нет. Почему? Они могут, ты под носом даже не разбираешься, а что ты на небо лезешь? Человек духовный, он смотрит с Божьей стороны. А с Божьей стороны смотреть, надо от человеческой отойти. Мы приучаем правильно ходить ребенка. Ну это не просто так, когда уже пошел, рано ребенок пошел. А как? И рано заговорил. Прекрасно. Но что за этим? Куда он пошел? Духовно-то человек должен видеть. Должен рассматривать. А плотское ничего не видит. Пример. Лежит ребенок в коляске, в люльке. И вдруг видят, пчелы прилетают. И в рот к нему залазят, и вылазят. А он лежал, видят, соской-то приучили, рот раскрытый все время у ребенка. И пчелки залазят в рот, и мед откладывают, и вылетают. Простые-то родители выбросили, скорее пчелы отогнать, чтобы не укусили. Они, подождите, что дальше будет? Целый рот налетел, облепили коляску, а родители стоят и смотрят. Они решили увидеть, что за этим плотским. Не просто убраться через дорогу, рой вылетел, а Бог что-то нам хочет сказать. И вы знаете, кто это был? Это будет Амвросий Медиоланский, один из самых величайших святых учителей Церкви Христовой, который медом учение своего наполнит всю Вселенную на тысячелетия вперед. Предание есть. Даже маленький лежит ребенок, ну как, его надо пеленать. И вот сова, отец будущего пророка Илии, видит, ангелы пеленают его огнем. И с ложечки кормят его огнем. Это еврейское предание сохранило. Ты можешь не верить в это.
Но в дальнейшем подтвердится, это будет огненный пророк. По слову его огонь будет сходить с неба. Это не по слову Исаии или Иеремии, а по слову пророка Ильи. Надо смотреть, что за этим. Вот я вчера смотрю, у вас стоит ребенок один и все время оглядывается. Не просто двинулся, а глянется, голова назад повернута. По-плотски как? Ну, я знаю как. Поставить дома его полчаса или 20 минут, чтобы простоял в одну сторону, смотрел, может привычать. Но за этим что есть? Я его сегодня беру рядом с тобой ставлю. Сзади никого нету, пусто, ни одного человека. Проходит определенное время, он дернулся, развернулся и смотрит назад. Я поворачиваю, никого нет, смотреть нечего. Маленько погодя, проходит, он снова разворачивается, возле меня стоит. Значит, что я смотрю на него, он снова разворачивается в пустые двери. Он до этого смотрел на людей, на девочек. Но сзади никого нет, я поставил. Это большая задача родителям. Или ребенок предвидит какую-то беду, за ним кто-то гонит, он что-то видит. Я прошу вас, смотрите по-духовному на все это. Это не случайно. Он не может объяснить, я его спрашиваю, умный ребенок. Что ты видишь? Ничего я не вижу. Почему оборачиваешься, опустил голову? Он не говорит, назначьте пост, назначьте молитву. Я понимаю, дети не идут в храм, это пример родителей. Родители не идут, и дети быстро приучаются. Вам их не приучить к храму. За богослужение остается одно. Воскресно, наконец-то, это отпадет. Смотрите по-духовному. Я читал у писателя у одного. Он говорит, детей своих воспитывал в вере. А сам был абсолютно атеист. Его спросили, а зачем ты приучаешь к этому? А затем, чтобы не убили меня. У него одна была мысль. Дети верующие, они не убьют родителей. Почему? А везде это есть. Они меня не задавят. Мне не надо будет баррикадироваться на наших детей. Смотрите в духовном плане. И я представляю мысленно, как это было. Ну а как понимать духовно? Читаю, я не понимаю. Люди спрашивают, как? Я делюсь только тем опытом, который у меня есть. Потому что толкования ни у одного святого отца я не нашел. Ни у одного. Почему не могу сказать? Может, не дошло, потому что один том, вот четвертый Иоанна Златоуста, нашли 100 лет только назад у армян. И с армянского пришлось переводить. Утеряно было. Были нападения на людей, крестовые походы, сжигали целые библиотеки. Что случилось? Почему не толкует это место? Мне непонятно. Я сижу, облокочусь на стол, закрою глаза, шторки в избе задерну. Господи, а что тут ты хотел сказать? Я мысленно нахожусь среди Пасхи Римской. Размышляю, не дается. Чуть-чуть, как будто блеснет и нет. 100 поклонов. Лез ручку в руки. Помолился, не дается. Встал на колени, протянул руки кверху. Господи, мне охота проникнуть с той стороны посмотреть. А что же там есть? Я делюсь опытом. Я 46 лет... пользуясь этим методом безотказным. И Бог вышибет искру, и я запою аллилуйя. Как это может быть? Я думаю, что римская церковь, прочитав это, с испугом посмотрели друг на друга. Большой город, большая торговля. Много разных способов добыть прожиточный минимум. Как они разговаривают. Не то, что деревня не образована. И вдруг Павел говорит плотски. Он не написал к ефесянам, а написал к римлянам. Они поняли, что это конкретно к римской церкви. Считает он. Живущие по плоти, а в плотском помышляют. Как более породистую корову завести? Да это и надо. Какими гербицидами обработать поля, чтобы сорняков не было? И это надо. А теперь думай о том, как сделать так, чтобы язык был породистый. Чтобы духовное молоко у тебя было. Как сорняки греха уничтожат. С той стороны посмотри. Вот это рассуждение. Потому что духовное помышление – это жизнь и мир. На душе всегда будет мир. А плотские – это смерть. Смерть не на дороге только. Потому что не могут сегодня объяснить, почему авария случилась. С человеком разговаривает, как ты мог так? Шибить человека, поехать дальше. Он проезжает две остановки, врезается в автобусную остановку, в киоск. Убивает женщину у нас на Алтае. Его историю приводит разные причины. Не психически больной, думали эпилептик, нет. Ему говорят, ты не переживай.
Государство это оплатит, а я не переживаю. Да женщина мертвая, пытается хотя бы это, он ничего не понимает. Психологи беседуют и не могут понять. На тебя труп висит. Он не понимает, с духовной стороны можно было бы его тронуть. Невинная смерть, двое детишек осталось у женщин. Она приехала справки какие-то получать из района, в город, Барнаул. И он не дрогнул даже. Родные говорят, нам ничего не нужно, хотя бы посочувствовал нам, какое горе. А чего мне сочувствовать? Повернулся и пошел. Выращен новый тип плоского человека. Ему может и еще и не быть. Я смотрю на детей, ни одного духовного нет. Все плоское, как вот маленькие поросята, телята, прыгают, играют, мы создаем им условия. Пытаюсь духовно плотать, пробудить, никак нельзя. Это дается дома через Священное Писание. Маленько начинает пробуждаться Слово Божие. Где Слово Божие звучит, даже у сектантов сразу делается лучше. Словом Божиим наполните дом свой, наполните род свой. И вы увидите результаты этого. Помышляйте по-духовному, не слушается, а ты ему духовно скажи. Понимаешь, непослушание твое, конечно, мне напоминает, я родителей не слушался. Но духовно мы оба с тобой виновны перед Богом и не слушаемся. Мне хочется тебя наказать, и Бог нас наказывает. Но главное наказание на суде Божьем. Сынок, ты сколько огорчал мать? Ты мне сколько позора принес, я слушаю за тебя нарекания. Так я тебя наказываю, ума нет, а не наказывал, чтобы с тобой было. Вот духовно научитесь в любой вопрос вникать духовно, болячка ли какая. 2 Коринфянам 10:2. Павел говорит, помышляющих о нас так, что мы поступаем по плоти. Мы не по плоти поступаем. По плоти я должен заботиться, как мне хорошо. У меня хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие знакомые. Не говори никому ничего, у тебя друзей будет много. Поверьте, друзей у тебя больше не будет и врагов не будет. Я вчера ездил в соседнюю деревню к единственному тому, кто с нами здесь жил, мой. Мы на одних палатах на квартире спали. Я ужаснулся. Это труп. Зачем живешь? Он не знает, зачем живет. Память еще сохранена. Не молится. Утром молится, вечером нет, я не молюсь. Да как же, Евангелие есть? Нет Евангелия. Человек очень крепкого здоровья, он не может умереть. И он никому не нужен. Зачем тебе такой огромный живот? Он говорит, как камень, говорит, я ничего не могу сделать. Да и начиналось-то по-маленькому. Плотской человек, он по плоти видит все. А духовный понимает. Лишнее все это отвлекать. Я вернулся оттуда и не нахожу покоя. Мы же были рядом вместе, показываю ему книги и прочее. Он ничего не понимает этого. Почему? Покинутый с Богом. Я понял, это моя судьба, это моя жизнь, если бы меня Господь нашел по Евангелию. Это моя жизнь. У него дети есть, они не приезжают ни разу. Соседи посадили картошку и прочее. Одна дикая печальная скотт и сам пьяный. А всего на 1.5 года старше меня. Выход тебе я показываю. Смотри, где выход. Вот распятие у тебя есть, сохранилось от бабки. Это Христос за тебя умер. Оставил ему Новый Завет, там другую литературу. Ищи выхода. Это уже сигналы смерти, трубы бьют тебя. Уже вены все полопались. Жизни нет. Посмотри, духовно тебя ад ждет. С той стороны посмотри. Тут-то мы все живем. Черви одинаково грызут. И пьяницы грызут, и трезвого. Главное, для чего ты жил. Ты не нашел Христа. Ты не примирился с Ним. Ты не прославил Его. Лучше бы не родиться совсем. Но коли родился, ищи Бога. И при том, Бог делает так, что никогда не поздно. Тебя уже поймали, тебя уже распяли. И там ты можешь сказать, помяни меня во царстве твоем. Разбойник, проживший плотски, сумел духовную щель найти и высунуть голову туда. Как из петли сказать, ты царь неба. И там, в лесах, да не будет забвено имя мое. Я не достоин памяти, но ты помяни меня. Он не просит собрать, не о прощении грехов, но чтобы не исчезнуть бесследно. И называется поминки творят. А сегодня не поминки, а наоборот забвение. Евангелие от Иоанна 8:15. Вы судите по плоти, я не сужу никого. Повторяйте мысленно про себя, что я вам считаю Слово Божие. Никого не судите по плоти. Пророка Исаию судили по плоти. А он видел духовно. Грамотные люди сидят,
иерусалимские книжники, их особо выделяет Евангелие. А он говорит, князья Содомские и Гоморские. Он с другой стороны посмотрел и видит, это мужеложники, это развратники. И вот какое им название. А Содома и Гоморра уже не было тысячелетия, а он их называет таким именем. Откуда? Они приглажены, шампунями помытые. Он говорит, все тело в язвах. Вас не во что бить. От подошвы ноги до темени головы все в ранах. Никто не видел только один, почему он духовно взглянул. Не судите по плоти. По плоти, да, здоровый, крепкий, сильный. Он только зашел, упал и спит. Разбуди его. Тебя ждут великие испытания в жизни. Духовно посмотри на то, что сегодня слышишь. Римлянам 8:12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Как хорошо, что мы ее не должны есть. А вот сколько калорий надо съесть. Врачи говорят, что физиологически полезно вот столько-то белков. Забудь про это, в понедельник пост Петров. Ты включайся в это. И ты посмотришь, как плоть заводит по поросящей. Есть хочет. А ты не умрешь, живо будешь, меньше ешь, меньше пьешь. Все будет по-другому изменится. Никакие лекарства, примочки и уколы не помогут. Помогает Дух Святой. Ты эту плоть прижми, она рабыней должна быть. Почему она над Духом господствует? Ложись, а я не лягу. Почему? Я с духовной стороны смотрю. Немного полежишь, и придет как воин нужда. Плоть, не обманывайся. Тебе отвечать придется вместе с душой. Наговаривай с ней. Я рассказывал, как сидел в узо в тюрьме, спать охота, а я себе наговаривал, луна течет, солнце восходит, а ты спать пришел сюда в тюрьму? Трамваи бегут, люди работают, охранники охраняют. А ты спать пришел окаянный? Вот твоя академия. Перемени все. И ни разу за год не лег. Ни разу. Почему? Дух Святой Ангел. Я только просил об одном. Духа молитвы не отними, Господи. Я делюсь с вами практикой. Это очень большое дело, когда мы будем с духовной стороны смотреть. 1 Коринфянам 1:26. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но по-духовному вы цари, царицы, вы царствуете над грехом, вы все священники. Вот плохой человек, он не понимает, ну и что алтарь? Ну подумаешь, там священник говорит, ты понимаешь, там духовная сторона, совершается бескровная жертва. А другой понимает, так, я рукоположен, все, что скажу, от меня слушайте. Поп – это как идол, оракул. И тут обманываешься, по плотски судишь. Это не ренка на безгрешность. Бог все может давно отнял, знать тебя уже не знали. А ты все думаешь, что всякое слово от тебя – благодать. Оно тогда благодать, когда по слову Божию сходится. Сектанты тоже этого не понимают. Любого избирает, а он у нас священник. Нет у нас священника. Потому что нет рукоположения до апостольских времен. Потому что мы вне церкви. Ты с духовной стороны посмотри. Так а у нас так хорошо, порядок, не то что у вас, у нас все понятно, на русском языке говорят, все так. Но у Бога есть свой порядок. Не просто быка заколоть, а в определенном месте. И не просто в определенном месте, но куда шкуру, куда копыта положить. Все. А в другом месте смерть за это будет. Евреи 2000 лет Пасху справляют, но нигде ягненка не колят. Для воспоминания баранью косточку кладут на стол и все. Почему? Иерусалим не их. Храма нет еще. Первосвященника нет. А это были образы для нас. Да скажи, это ветхозаветие. Ты же очень духовный. Ты же слышал сегодня из 11 главы послания к евреям. Павел перечисляет Гедеона, а за ним такое числилось. И Ефая. И по порядку, Самсон. Ну что, Самсон, он не знает, чем он занимался. А Павел вспоминает их. Почему? Надо с духовной стороны посмотреть. Люди внешне понимают, он только кутежами занимался, да по чужим женщинам ходил. Нет. Он ходил, устраивал конфликты. И побеждал царство. А это с духовной стороны надо смотреть. А если это не духовный, Павел зачем бы их поминал в Новом Завете? Ты понимаешь, нет? А люди плотские смотрят только то, чем они занимались. Не судите по плоти. 2 Коринфян 5:16. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Мы Христа знаем не страдающего только, не плачущего, не жаждущего, алчущего, но вечного, у которого ничего человеческого сегодня нет, как у нас здесь, сострадания, боли, у него все божественно.
1 Петра 2:15. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священства». Не просто сострадание по-человечески, а по-божественному Христа сострадание. А как по-человечески это было плата, он сострадал Лазаря. Этого нет ничего сегодня. Такого Христа мы не знаем. Некоторые даже этого не знают. Смотрите на все с духовным. Не знаешь, спроси, это событие как рассмотреть с той стороны? И детей примечите к этому. 1 Петра 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте дом духовный из самого себя». Римлянам 1:11. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». И гостинцы ждать, что из города привезут, а духовное дарование, духовное разумение, чтобы мы все время духовно росли. Римлянам 15:27. «Усердствуют они, да и должники они перед ними». То есть, перед римлянами, перед евреями. «Ибо если язычники сделают участниками в их духовном, то должно им послужить телесным». То есть, кто за тебя духовно потрудился, духовный труд, ты никогда его не восполнишь телесным. Люди этого не понимают. Духовно мы получили Библию от Израиля. И поэтому, где бы что ни говорили на евреев, и правильно говорили, все перекроет то, что мы получили оттуда Библию. На сегодня мы знаем, они готовят престол Антихристу. Тем более у меня сейчас вышли две книги, которые открывают весь еврейский вопрос. Рассмотрение со стороны Библии. И думаешь, за 3000 лет этого никто не рассматривал. Но самое главное, я рассматриваю, как это от Бога. Как Бог на это смотрит. Нам нужно с духовной стороны посмотреть на себя, на свою нацию, на нацию всего мира, на события в мире, на пришествие Господа. 1 Коринфянам 2:13. «Что и возвещаю не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными на Духа Святого, соображая духовное с духовным». Даже несправедливо, когда это укорят. И тогда посмотри, а в этом какая польза? А вот духовно как это понимать? Но он сказал, подорвал будто бы авторитет. Нет, не подорвешь. Никогда не заботишься о своем авторитете. Авторитет устанавливает Бог. Какой авторитет был уставлен? И что осталось? Только на рельсах осталось, еще написано. Нигде ничего нет. Ну, кто не знает, как гнали Златоуста? Я напоминаю, это просто о плоских делах. Солженицын сколько сидел? А сегодня более великого писателя нет в мире. Не только у нас в стране. А почему? Да потому что он на духовном стал помышлять, как поднять Россию. Хотя он до конца и не понимает, видно его. Но он подошел вплотную почти. Я скрылся за Христа, говорит он. Люди забыли Бога, отсюда все. От чего эти беды, от чего оборотни милиции и прочее, не забыли Бога. С духовной стороны посмотрим. 1 Коринфянам 2:15. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Очень спорный стих. Но его надо принять так, как есть. Если человек не духовный, у него суждения всегда будут временные, короткие, без прогляда. 1 Коринфянам 3:1. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Даже Павлова красноречия, мудрости не хватало, чтобы говорить нормально. Говоришь и видишь, он не понимает, о чем говорит. Я вас прошу, приведите детей в лагерь. Наступило теплое время, лагерь открыт. Пройдет самое короткое время, и вы уже с детьми своими ничего не сделаете. Мы же день и ночь с ними занимаемся. У нас товар такой прибыл, такие дети, что ну просто как с улицы взятые. И уже проходит неделя, уже заметно. Приезжают вчера родители, и родители сами замечают. Потому что мы день и ночь над ними трясемся. Читаем, молимся, поют, разучивают, как кланяются. Они ничего не умеют. Мы с нуля начали, понимаете? И с нуля это благодатное почва. Мы не на чужом основании сеем. Ребенок просто домой, мать приехала, она понимает, нигде ему лучше не будет. Села, уехала, ребенок остался. Ни на слезы, ни на что не смотрит, иначе и ей с ним уже не жить. Мы вчера ему сказали, духовные стороны смотрите. Дайте им духовную пищу. 1 Коринфянам 14:1-12. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать, проповедовать». Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. И 14:37. Если кто посчитает себя пророком или духовным,
тот заразумеет, что я пишу вам. Почему Павел сказал, о духовном надо. Галатам 6.1. Если впадет человек в какое-то грешение, вы духовное, исправляйте таково. Плотской не может исправить. Он может утешить, бутылочки ему принести. Я еще раз говорю, мне не безразлично ни одна душа. Никакого пива в рот, чтобы не брали. Никакой брашки не заводите. Мы трезвые едва спасаемся. Не надо, и дети это видят. Выкиньте все, не допейте, разбейте, у кого это есть. Я просто страдаю и кричу об этом. Ефесянам 5.19. Назидает самих себя псалмами, словословными, песнопениями, духовными. Не казацкими, не патриотическими. И Ефесянам 6.17. И шлем спасения, возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Вот почему Павел наставляет нас и говорит, помышления плоские, смотрите, они смерть. А духовные приведут в жизнь и в радость вечную. Аминь. Аминь.